Знаешь, что мне вчера Келли сказала? Они с Беном дом продают. Участок приличный, район чудесный, кухня новая. Они дадут нам разрешение на продажу. Прекрасно, милая. Какие жизнь нас риэлторы, если нечего продавать? Господи! Твою мать, кто-то едет. Быстрей. Не пались. У нас была чудесная жизнь. Но с женой что-то случилось. У меня сердце не бьется. Что? Вот чем ее вырвало. Формальдегида нет, я в масло положил. Офигеть, сколько блевотины. Ну, я же не врач. Да хрена сколько! Она изменилась. Может, приготовить мясо? Не надо. Мама что, умерла? Она умерла, а потом воскресла. Зомби? Не нравится мне это слово, слишком негативное. А мне-то как не нравится? Обойдемся без него. Сериал от Netflix. Я отлично себя чувствую. У меня сил хоть отбавляй. Сплю всего по 2 часа. Я все успеваю. Ты ешь людей. Ну, ем. Зато я теперь уверена в своих силах. Параллельную парковку, наконец, освоила. Воскресшие находятся во власти бессознательного. Но если я не буду себя контролировать, я потеряю все, что мне дорого. Милая, ты всегда можешь на меня положиться. Не бойся, я тебя не брошу. Будем убивать тех, кто заслужил. Где бы найти молодого, одинокого Гитлера? Вот бы мы прославились! Залог семейного счастья! Совместные расчлененки. Мать! Хреново у вас получается. Теперь страдать херней будем только вместе. Дрю Берримор. Тимоти Олифант. Что ж ты за риэлтор такой? По жилой недвижимости. Коммерческая по запросу. Диета из Санта-Клариты. Все серии 3-го февраля.